Here they come. No one act like a pig. Давай, поищем здесь. Вау! Ты так орёшь, как будто там лампочка. Хотя нет, ты бы орал как девочка, если там была лампочка. На первой волне. И прав. Вот так вот. Давай записывать буду, короче. Да я тоже. Карта начинается. Выдыму, выдыму. О, ты чё? Ты чё, ты чё? Я в двери застрял. Норм. То есть двери тут пострашнее монстров? Да, они везде, они в любой игре пострашнее монстров. В двери. Зачем нам монстры? У нас двери есть. Что ты? Первый раз не прострелился. Take this! Почему граната так быстро кончается? Нахрена не дробовик? Лучше быть гранадером. Согласен. Где народ? Меня весь. Основная масса была у меня. Они прям меня аж это. Такие. Пацан, дай денег! Денег дай! Ну дай денег! Не хочешь? Тогда мы тебя поддержим. За пипирку. Пидоразы. Надо будет поискать, потрошить. Блин. Чё-то я не то натворил, ну да ладно. Так. Пожалуй, сейчас надо бы... Да зря ты меня вылечил, я буду шить. Ой, да ладно. Короче, сейчас уже вдвоем сейчас пока походим. А, хорошо. Я просто думал потрошки поискать. Броню. Ну. Да мне не надо, а тебе надо. Потому что я что-то не ту кнопочку по привычке нажал. Предлагаю вниз пойти. Пойдем. Найдем камин. Там аромат. Нет, нет. Вот. Нифига себе, вот это крик. Он так радуется, о чем? Я вниз иду. А я дверь закрыл. Сейчас хвост почистим. Надеюсь, до лампочки кто-нибудь сюда зайдет. Во вам гранатку! Во! Ах ты ж огненная хрень! Ты уже внизу? Да! Отпрошки. А то у меня совсем мало. Вау, сколько вас идет! Чего они не простреливают в первый раз? Надо пока поискать нам броню и все остальное, пока мы не убивали всех. Надо будет оставить одного клока. Вот, тебя оставлю. Жарабас лучше оставлять, он медленный, как я не знаю кто. Да, потом мы будем долго его ждать. Ну, найдем сами. Лучше бы подождать, пока он нас сам найдет.
направо, я направо. О, два клока. Осталось два монстра. Один. Все, оставь его. У вас уже есть это оружие. А чё, хочу два автомата. Там да. Берсерк, походу, остался. Да, берсерк. Ладно, давай так этому, убивай его и все. Убивать? Да. Все равно больше ничего не найдем. Давай. Оба! Я мало нарисовалось. Я думал, о, нас трое! Что-нибудь скажет, ну, речь какую-нибудь, а он ничего не сказал. Замахнулся, говорит, это. Сейчас ударю, типа. Ну да ладно. У тебя сколько бабосиков? 439. А, блин, у меня 669. Раз, давай. Да ладно. Не хватает. Сколько? Ну ёпта. Сколько? Да чуть-чуть совсем. Пошел он, сволочь! За деньгами моими пошел, а? Прям писульку не хватало, как раз добавил. Блин, я тебе деньги хотел дать, я этот придурок специально побежал ловить денежки. Но надо в упор просто подходить. Когда в упор подходишь, никто не может протиснуть. Чтобы деньги подобрать. Я всегда так тебе передаю. О, стой, стой. А, чё, ладно. Ну, мне нужны были патроны, у меня их нет просто. Хочу заполнить патрон. Ну, пока можно один побегать, да? Ничего страшного не случится. Фига себе. Сирена уже. На третьем уровне? Ну, он дойти волне. А, это карта, видимо, золотая. Я в том месте, где мы обычно обороняемся. Около статуи черта. Я тоже. Только я чуть поодаль. Ой-ой, сколько вас здесь? Поразительно, как много может сделать одна граната? Офигеть, без башки. Шарик. Давай, лопни его. О, сколько вас там бежит. Ой. Фанатки, фанатки, это все. Ненасытные фанатки. В своих акробатических каких-то чудах пиписка из нас четверо. Хулиган присоединился. Ой, на шестеро, маг. И два нулевых уровня. А, не, один нулевый уровень. Один нулевой уровень на шестеро. Да, все понял. Что ж, на четвертом уровне нам будет очень трудно. Так что давай, ты должен будет купить. Блин, ну, в принципе, нормально. А? Нулевик, правда, сольется, наверное, сразу. Стой, стой, ты где-то убежал. Погоди, маг, стой, я тебе деньги дам, стой. Азибге. Ты должен выжить. Ты должен выжить. Блин, ну вообще, вообще. Сейчас надо прям жарить просто, чтобы бабулечки появились. Чё, давай уж это наше место, значит, наше место.
Я обязан выжить. Чтоб ты мне дал деньги на 12. Да? А почему броню не купил? Денег не было. Я слышу звуки боя. Но мы здесь останемся. Здесь вообще круто. О, сколько вас прет на одну гранату прямо. Вау, сколько вас прет на одну гранатку. Вообще крутое место. Там к тебе фанатки. Да, я их на глаза разобрал. Дайте мне минуту, хотя бы полудохнуть пришел к нам, полевой медик. Видимо, его совсем там замучили внизу. И берсеркер за ним пришел. Затрахали его сталкерши, походу. У нас один труп. Ну. Да нет. Трупа нет. Да ну? А как же этот фанатик или как там его? Куда ты? Давай. Давай, Макс, денежки ты не дай, пожалуйста. На 12. Я около тебя. Денежки на 12, говорю. Блин, опять у меня не останется. Все. Я могу, да мне уже бежать, нахер бежать туда не надо, мне все равно ничего нету. Блин, добежать бы. Добежать бы, у меня патронов ни хрена, только на ашку есть. Ну так поищи пока эти ящики. Два ящика найдешь, все. Там надо целую кучу ящиков искать, ты офигеешь. Чтобы двустволку заполнить. А, чтобы двустволку, да, но на 12 три ящика достаточно. Ну хоть так. Ну конечно, как же без него-то. Он прям это кричит уже. Шо, вы меня забыли, да? Я уже иду. Не бойся, я сейчас здесь наверху стою. Ну брони-то нет, ну блин. Хорошо. Один труп уже, когда успел. Второй остался. Второй остался. Когда они успевают отдохнуть?
Он встал, конечно, туда же, на сердце, как бы. А потом... Мясничина с моего фронта! Моего фланга, мясничина идет! Раз, два, три, давай! Мясничина идет, мясничина! А сам стоишь, смотришь. Стрелять уже надо. Я жду, когда мы залпом и по нему ударим. На тебе еще. Оп, еще. Устал. О, как побежал-то. Говорит, в аптеку, мне в аптеку надо. Зачем ему в аптеку? Да, да. Серый, зачем в аптеку? За боярышником, конечно. А я думал, что за презервативом. Нет, за боярышником, нажрал. Ой, никакие не заметил. Вас исцелил Триган. Я думал, Триган это... Чувак. Твой ураган. Это он и есть. Он же в тебя он, исцеляет. Он типа не исцеляет, он типа вообще-то инопланетянин на самом деле. Да, но ведь он мирный, он тебя не стреляет, чтобы убить, он стреляет, но чтобы... У него все равно крутая пушка. Рука, револьвер, очень интересный. Кто, что, куда? Ха, патронов нет. Патронов нет. Первый раз я остался без патронов. Ничего, у тебя есть нож. Я пока поищу патрошки. О, уже все, не надо. Хорошо, волна закончилась вовремя. Вовремя. Ничего не скажешь. Так. Пора покупать медицинский пистолет. Знаешь что, пошел он в задницу, медицинский пистолет. Мне патроны были нужны. Хоть и деньги на него есть. Все, моя двустволка. Блин, у меня деньги быстро кончились. Деньги быстро кончились у него. У меня их и не было вообще-то. Всю волну он. Бомж просто. Просто бомж, понимаешь? Понимаю. Человек, у которого нет ни хрена. Он горохом стрелял, если ты не заметил. И хлебом. И хлебом. Горохом просто, и без хлеба даже. Хлеба и то не было. Так, прикройте меня, надо попить. Все нормально, спереди триган, сзади... Все нормально, 25 лампочек, 30 мясников. Пара патриархов. Здесь не патриархи, тут дистрофик. Да придет он и он тоже когда-нибудь. Шарик. Взрывается. О. Зачем он там стоит, интересно? Стрелять там можно просто. На себя переагривает всех. Потом ХП у него отнимет. Как уже шестая волна, когда мы успели? Не знаю. О, с моего фланга мясничина бежит. Ну, идет пока. А, вон, да. Давай, раз. Да два, не считай, стреляй, я там подхвачу. Три. Вау, медик издыхает. Помочь ему надо.
Еще Бог говорил. О, еще не снищина. Давай, давай, вырубай. Ай, он в мою душу! Спаси меня! Вот тебе мини пулемет. Блин, я куплю это. Войвол не пойдет наш самый любимый друг. Лучший друг и отличный товарищ. И просто хороший человек. Как ты заблевал-то за 800 метров, я не знаю. Внизу опять наш друг нас идет. Кильни этого медика. Сейчас меня лучше стрелять надо. Макс, сзади, 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 говорю. Блин, два мясника, кошмар. Пустите меня! Пустите, говорю, пустите! Ой, насилуют, умираю! Умираю, спасайте! Убил, 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 меня надо тоже. Сейчас. Спасите, хотя, спасите! Не надо, насилуют, убивают! Меня насилуют. Давай, вместе! Готов, готов, все. Блин, я чуть не сдох. У меня было 60 кп или даже меньше. Да, чуть не сдох. Чуть не сдох, это когда 6. Чуть не сдох, это когда 1. Нет, 1 это уже все, тебе просто чертовски повезло, и у тебя удача на 8 единиц из 10. Блин, сейчас надо закупиться основательно, ведь сейчас наш самый поганый гад придет. Пошел я опять туда. Я тебе. Ну и сейчас готовься, рать бежать, Макс. А на 9-й волне вообще станать. Сри и плач, да? Да. Попал. 122 Мудвина. Мне кажется, по сравнению с первой частью, он стал гораздо страшнее. С первой части он гораздо больше проблем приносит. Потому что имеет больше хп. Ну или просто у нас не топовый уровень, а? Да я чувствую, что 25-й он тоже так. Капси, ну, мацей дотихнет. Хорошо. Макс, этот самый подрывник взрывает всю броню при самом подрыве. Будем знать, а? Да, хорошо. Он мне всю броню снял. 98%. Ну, молодец. Ой-ё! Настоящий террориста. Макс! Он идет! Чё ты орёшь-то? Спасай меня! Беги, 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 беги! Блин! Давай, давай, пока он уже... Пошли вон, толпа! Он уже отлагал. Все, сдох наконец. Я уж, блядь, когда начинаю. Как и не бывало. Да! Идиот! Да пусть, пусть, не, пусть так. Блин, я просто хотел грабу швырнуть, а он не дал. Я думаю, чувствует, не бьется. Двухстволка осталась, а монстр 50. Это не стоит.
Это опять, шо ж прям я не знаю. Сколько их там это всего лишь не снимок. Наплодилось-то. Ну, какая разница? У меня на него уже боезапаса нет. Странное сияние на себе. Я вообще чем-то отдалили. Пять миллион лет бежать еще. Интересно, добежим ли? Добежали, такой, все, извиняюсь. Время поджимает. 30 секунд. Давай, давай! Да пиздец, да куда ж бежать-то, ё-моё? Охренеть, ну. Понатыкают магазинов, не пойми куда. Нет, было один магазин на всю карту и в центре прям. Раз, все готово. А что, давай дальше аккузуалим. В магазин из любой точки. Ну, а что еще делать? Блин, просто я так броню забыл купить. Короче, мне хана. У меня брони нет. Break time's over. Get back to work. More Zeds inbound. Пора страховаться от смерти. Ты слышишь? Это они знают, что у меня брони нет. Да. Короче, я побежал к вам. А, вон. Ой, он уже все, все уже злой, очень злой. Пусти меня, Макс, он сейчас сзади нас. Он поднимается. Не, там больше шансов выжить. Да куда вы бежите? Убивайте мясник его! Сзади мясник. А спереди кое-кто похуже. Ой, бежим, бежим, бежим! Пустите меня, пустите! А здесь неплохо. Сзади. Ладно, небольшая толпа, подумаешь, у меня одна маска есть. Ой-ой, лесничина, манищина. Да еще заплевали. Ой, мать. Не меня, не меня. Готов. Отлично, я живой. Да ёб твою мать, что ж меня, блядь, заблокировали нахуй? Ай! Прям у меня пригорел. Дайте тебе вовремя исцелить.
надеюсь, ты был только мясник. Макс! Да я жив. Пустите на силу! Надо же, я живой. А я стоял на свою смерть. Влажная капка. Да легенькая такая. Он следующий, да, потому что и будет здесь лампочек, будет сразу. Не, ну девятый это вообще. Десятое тоже. А одиннадцатое так вообще все нас поимеют. Ох. Да. Не, ну это все-таки уровень любитель, она в профессионале, все, очечку бы сразу подрасширили. Да, вообще, без маски даже. Засунь, вдули! Но у нас четверо! Вот именно, что четверо. Монстров тоже будет на четверо. Зато каких? Я около главной площади. Слева, а я вот где мы все были. А, нет, ты там один должен быть. Я к тебе. Я понял, что я один. Тут и нет никого. Блин, а где все игроки-то? Вот, вон мы там. Он у тебя дорогу хотел спросить. Да, как-то не похоже было. Что, здесь будем? Да? Здесь нас могут помять немножко. А там нет. Ой! Как они сам на себя? Вот это да. Триган, не ко мне! Ты че его ко мне ведешь-то? Макс, твою мать, он за тобой! Ой, да-да-да. Сдохни, урод! Он меня убивает, Да, Макс, получай! Во-во-во-во, как больно! Давай, помогу тебе! Все, готов. Есть. Хорошо. Да ё-моё, ну что, ну кнопки, ну вы чего? Выходим, Макс, отсюда, выходим обратно к своим. Перезарядка. Вот тебе. Стой. Ладно, не стой. Тут плохая идея. Плевать уже, Серёг. Тут просто вообще не поймешь, что происходит. Вот тебе. Без ничего. Давай, вместе его. Блин, когда хиляет, вот так хорошо прям вообще. Один человек стрелял бы, и его 8 человек хиляли. Это если на 6, тогда 5. Ой-ё, Макс! Вообще полный хаос. А он застрял. Ай, я мою боги, спасибо. Хорошо, что здесь нет пушечного огня. Хочешь спасти друга, швырни в него гранату. Надо спасать Тригана! На тебе, Триган! Заболевал.
Неужели мы до 10 волны даже дожили, а? Да, видишь, как хиляют хорошо. Еще бы найти берсеркера, чтобы он танковал последнего босса. И хилять его. Всем. Всем подряд. Что-то денег вообще мало, только на полную подзарядку хватает. Че, денег нет? Да не, есть. А, нет отложений на то, чтобы оружием все закидать. Ну, ты понимаешь, да? Ну, надо же закидать все этими А-12, а? Break time's over. Get back to work. More Zeds inbound. Быстрая перезарядка мне очень нужна. Шесть человек. Я не люблю это. О, у нас ему, Кузьма. Ему пофигу, что кто любит. Он просто приходит. Приходит к нам. О! А, две лам. Твою мать, спасай, твою мать, взяй твою мать, каждый сам за себя, каждый спасается как может, и еще два мясника, и еще полный ужас и штаны, и еще шарики, и два мясника за мной. Две лампочки за одним пацаном. За мной вообще два мясника, ну ладно, ладно, это лучше, чем лампочка. Но, однако, я один в полном ужасе особняке. Делаем ставки, от чего я сдохну. Я ставлю на лампочку. Неплохо. Я еще живой, это много-то значит. Оторвусь от мясников, пойду. Опять вам. Лампочка. Значит, он с вами, а не со мной. Это отлично. Ой, на меня что ли? А, нет, за пацаном побежал. Два мясника, да. Я готов спорить, он сейчас на меня придет. Черт, у нас хиллера нет теперь. Блин, пацана убил. И убить его. Кого? А, конечно, давай, огонь. Его. А черт! Ой-ой-ой-ой-ой, все. Сколько визгуней? Я закончился. Я тоже. Короче, все, похерили нас. Давай, Кузьма, 25 уровень командос. Интересно, он выживет? Нет, надо как-то записать это, я не знаю. В общий чат сейчас, пацаны посмеялись. Нас просто накричали на нас, и мы сдохли, а? Давай, парень, живи! Мой черт! Сзади куча монстров, 10 да, 44. Он еще танцует такой, да, yeah. Песник такой, Какой псих дал ему в руки
Это что? Осяк? А там еще лежит. Ну что ж, это были плотные катки.